На Камчатке увеличилось число заболевших COVID-19. За неделю зарегистрирован 71 случай. Как сообщили в Краевом Роспотребнадзоре, вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, пока для этого не будет серьезных оснований. Кроме того, у населения сформировался поствакцинальный и постинфекционный иммунитет, поэтому заболевание будет протекать легче. В ведомстве добавили, что преобладающим штаммом является омикрон. Ситуация по заболеваемости COVID-19 остается на контроле Краевого управления Роспотребнадзора.